Ездили в магазин, да, вы купили, вы смотрите, готовые купили продукты мои. Вот такие вот. Я буду Здесь рис с могу. кальмаром, да, Дин? Можешь, конечно. Да. Опа. После где ты магазин ваю? Фаласиш Космос. Морской. И псари. Гаврош, да не на авто? Гаврош, ты гонитош. Тоже готовая. А его евро же сейчас супа, я сейчас фигня. Шумит, пира ты сейчас, то что полипшим я. Пита. Ого. Колоки фиолки пита. А. Пита с этим самым, пирог с кулукофе. Кулукифе, после где-то кулукифе с Росика. Здесь Дональдс, да? Коста купил Дональдс, вот такой большой. Угу. Этот. Кулукитофе, да после Росика. После. О, христиан ему, христиан ему, мама. Кидаш, это ины, эти гиризмена, во. Кокин, ины гликяда, лады? А, сладкая. Сладкий пирог из... Боже, 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 кулукофе. Девочки, ну из башки вылетела из моей забываемой. Ну, вайс уже рыбку. Эфир на супа его. И здесь купили они... После где-то кто-то супья, да не на аспра. Крата ли гуса кулица паракала? Не супья, то мэр не томатик. Супья, супья. Каракатица вот такая вот. И здесь осьминог, да? Доходит. Завтра мы сделаем, посмотрим, что. Это на фас ту кило, пиразы. Ты фес на суфьяху. Ας πάμε εκεί να πάμε. Α, δεν να βάλεις την κατάψυξη σε αυτό τότε. А здесь сок у Костаса, перелила из бутылки. А сварила этот самый суп рыбный, вот такой вот греческий, только без авгуленного. А лимони де пирата, эти не зуми лимони, да? Дин, вкусно что ли? Дин, я хомус псигию лимони. Да? О, все, Дин проголодался, да, Дин? Ты руки-то вымыл, хоть пришел с улицы? Вчера у нас убежала наша крыска Лариска, да? Да. Мы ее сегодня, она вот сюда забилась, под вот этот шкаф, туда вниз. Да. Вытащили, вытащили вот эту плиту отсюда. И ее ловили все втроем сегодня, визжали, пищали. Я чуть себе шею свернула. Ну, короче, поймали. То пьяшем эту пудыкаки. Ладно. Ты тут пьешь авто? Ну, бывает. Я говорю, ты купил себе, окей. Хвата. Дональдс. Маэстро. На фаты? Да. Недавно, неделю две назад, девочка написала, едем в отпуск в Грецию, кажется, так, и сколько на троих можно расходовать на обед в ресторане. Знаете, мы здесь живем, в Греции, мы не ходим в ресторан. А вы, если приедете в отпуск на 10 дней, пойдете каждые 10 дней в ресторан, ну, где-то 60-50 евро будете тратить, да? Вот представьте, 500 евро у вас только на еду. Хотя вы можете экономить в несколько раз. Вот, например, вот видите магазин Фаласио Космо. Там у нас продаются готовые продукты. У меня уже было такое видео, я уже показывала, я уже объясняла своим зрителям. Ну, это было давно, наверное, уже год-то три прошло. Ну, раз просят снова, скажу. В тавернах примерно где-то Кока-Кола, баночка, бутылочка. Обычно там не раздают в пластиковых бутылках Кока-Колу, лимонад и все остальное. Дин, коты в Афоне паракало. А своих этих самых куриц. Да, ладно. Воду обычно придают вот такую бутылку. Это 1,5 евро где-то она стоит, вот такая большая бутылка. Я не говорю, что вот это именно вот этой марки. Я говорю, что 1,5-литровые бутылки. На марку не смотрите. Так. И, естественно, вы можете сходить в магазин, купить 6 вот таких бутылок, и у вас будут бутылки воды, и маленькие, и большие, лучше купить в супермаркетах. Не покупать в тех же самых ресторанах, в которых вы идете. Принесете с собой в сумочке 3 бутылочки, и вам хватит в ресторан. Даже, потому что в ресторане вы тоже будете платить за воду. Но, естественно, можно сэкономить. Сэкономить, конечно, вы всегда хотите. Вот зайдите в магазин, я имею в виду волос. Этот магазин находится напротив. Ваю, ты у Доши не поины фаласю кожму. Пошли где ты автотуки. Димитриадуш? Леофорус Димитриадуш. Вот этот магазин находится напротив. Апенади апту галакси. Апты галакси, да не апедали шкидон.
Магазин такой большой, большой супермаркет. Это центральная дорога у нас. На ней все магазины почти что. Вот это вот. И там вот этот магазин стоит. Напротив магазина большого супермаркета Galaxy называется. Увидите, такая вывеска большая у нас. Есть еще мелкие такие же магазины, где продают вот эту вот еду. В конце дня здесь продается вот эта еда в полцены, даже 70%. Вот если представьте, вы купите здесь, что у нас здесь было, рыбка жареная, 2,90, да? Жареная рыбка. В конце дня она будет почти что в 50, даже слишком, даже 60 бывает, и 70% скидки. А здесь были кальмары с рисом, с пловом. Один у меня их скушал. 3,90. Вот представьте, вы заплатите, вы можете купить эхи кемигалис, кут я по ине тестера, да не не. Тестер смириды, и не пьете на эрхунде авто, да не не. Автомону важишь, ты фурнуки застенете, да? Не. Там пишется вес и цена, вот так же, как вот здесь вот. И вы платите, там уже вот такая вот коробочка большая, там уже 4 штучки. Она не разогретая, она замороженная. Вы ее приходите, если вы снимаете комнату, вы приходите просто вот эту прям коробку, вот эту коробку, она кажется даже можно ее, если не нравится, тут же видите бумажка, вы так вот забираете эту бумажечку и складываете себе в тарелочку. Вы же будете снимать комнату, если то разогреваете. Это очень удобно. Можете в духовке разогреть, можете в микроволновке разогреть. И, естественно, тратить такие бабки на то, чтобы ходить каждый день в ресторан, это невыгодно. Это я разговариваю про Волос, я не говорю про всю Грецию. А на островах вы такого редко найдете, если вы едете на острова. Также у нас еще некоторые магазины продают уже готовую еду. Вы заказываете, там мерида. Мерида это вот одна тарелка, вот одна тарелочка, вот это вот считается. Когда вы выложите на тарелочку, это у вас будет тарелочка. Одна мерида называется по-гречески. Когда вы будете заказывать, вас спросят, сколько вам надо порций. Порция, одна порция. Вы говорите, диу триш меридыш. И парагилеты. Эс дененевая. Авто ина мерида, денене. Порция. И ты магазия их у моей массы до. Что воло. Их у меня ты магазин. Вот. Так что вот такие вот дела. Вот так вот вы можете сэкономить, девочка. Ухи мону, сандвички тетьи, да, не, не. Хлеб и... Да. Я ты стою зри напасены на фильм с портафоли. Песто. Скупи знак? Ага. Скупи знак вот здесь есть Константин Волосе у нас. Я ты из ты узри, пошу на плерон три атома на фаны кала кала, кина ферун кати хожу марс. Я кала три атома. Вот он говорит, 50 евро. И дождь ты хурья, гиру гиру, стыпилю. Пью крива, да не не. Аллю пью фина, аллю пью крива. Да, вот Анхелу пью в тенану межу, да не, не. И он, у меня Она есть, ведет мой магазин, она да, смотря какой магазин. У меня есть на канале видео «Хорошо покушать в Греции». Вы зайдите, посмотрите, я там в основном показываю цены, в основном говорю, как, что заказывать, как, что вкусно, а что невкусно. Потому что вам могут принести бутылочку Сыпуры и какую-то закусочку. Я там учу, как надо брать, что надо брать, как заказывать, чтобы вам это было не накладно, чтобы вы могли покушать, но покушать так, чтобы вы были даже до завтрашнего утра, например, до следующего утра сытые. И вот так вот, так что вы сэкономите. У нас очень волосы, и я имею в виду опять волос, у нас очень волосы продаются много готовой еды. Заказывают, по телефону заказывают. Надо будет, если я смогу. Я, может быть, оставлю, может быть, я не знаю, потому что Вайю знает или не знает эти магазины. Потому что телефоны найти сейчас этих магазинов очень сложно. Это не реклама, это просто вот мы мои поехали и купили, просто захотел рыбку и кальмары. Поэтому вот так вот. Всем хорошего поста. Пошукань Кока-Кола. И нам все евро, 2 евро, 3 евро. Пошукань Стожери. Ухи кафетерия. А кафе пошукань. 3 ευρώ. 3, άμα είναι ο ελληνικό, σε 2 ξέρω. Σε φλιτζάνιο. Φραπέ, ναι, σε 3 διάρκεια. Вот, он говорит, ελληνικό кафе, это вот такая маленькая кружечка. Είναι άμεση 2. Κούπα. Κούπα и φλιτζάνι.
Флицане, чашечка вот такая маленькая, стоит 2 евро. Кофе или никого, или фраппе и какое-то другое уже 3 евро. Так что, если вы купите у вас, вот, например, трое, вот 10 евро у вас только на кафе уйдет, если вы хотите. Плюс еще вы там закажете, например, ну, кафе приносит, конечно, и воду. Воду вам не надо будет заказывать. В Греции такая система, что если вам приносят кофе, вам приносят обязательно воду. А если еще что-то в кафе хотите, какой-нибудь круассан, там, сэндвич или что-то, уже платите другие деньги. И вам обойдется только кофе попить. Представьте, какие суммы. Так что лучше экономить, девочки, мальчики, купить что-то, какие-то сувенирчики, какую-то одежку какую-то, что-то куда-то съездить лишний раз. Кто-то посмотреть, чем платить 50-60 евро за обеды. Вот вам. Вот так вот. Все, увидимся. Тут Костаса в комнате, убираемся. Диван перевернули, все перевернули. Ой, стукнулась головой. Диван перевернули, да, Коста? Мышь вчера ловили нашу, которую Костас отпустил. Мы сегодня ее утром нашли, поймали под этим самым, под столом, да? И посадили ее туда, она сидит там, чешется. И, короче, Костас, тебе вот эту вот штучку, вот эту спит? Эту штучку на день рождения подарили, да? Вот так вот лампочка, да? Короче, это вот такая лампочка, смотрите, как она делается. Ну-ка, убери ручки. Вам видно, нет? Как молния, смотрите. Как будто молния. Что-то сделаешь вот так руку, она сюда идет за рукой. А, она загревает? Застанет? Да. Смотрите, как она как будто молнии пускает. Вау. Смотрите, палец сюда ставлю, сюда идет, сюда идет. Он сюда идет, потом сюда идет. Смотрите. Вау. Такой шар магический у Кососа. Да? Кто тебе подарил на день рождения, Ива? У Василия Софьюз. На пекше, да? В прошлом году он тебе вот этот фонарик подарил. В этом году вот этот. А у нас Лена с таким фонариком, с такой метелкой пляшет у нас Лена. Этот, привет ей в Москву. Как же ж она? Как же ж у нее блог-то называется? О женском, о нашем. Скажите мне, скажу я вам. Подожди, Дин, я здесь протиру. А, папа, сейчас упадет все. Поставь своего тигра вот сюда, вот так вот. Женский клуб, вот. Лена Конте. Она вот такой, с такой метелкой там пляшет. Дай-ка, как она пляшет? Вот так вот мотает ей. Дай. Ну, да, да нет, нет, она вот так вот. Она вот так вот ей. Вот так вот ей разводит. Да? Вот такие вот дела. Мы сейчас эти полочки все протерем. У него здесь мелочь-то вот это понаставил. Ты, Коста, и это вот все мелочь. Как я вот тут буду убирать вот это все? Нет, протирать же надо все это. Эту картину я уже вам показывала, да? Когда они ходили коледовать на Рождество, да? Это подарили ему вот эту картину. Смотрите, как рисует художник. А он подарил всем деткам, да, Костя? Да. И разные, да, всякие. Вот, видите? Он нарисовал в 2005 году вот эту картину. Надо ее приделать, а мы ее еще никак не можем при... Куда-нибудь при... Да, вон там. Вот сюда, да? Вот сюда вот так вот при... Шина приделать. Или, может быть, в салон куда-нибудь красивый. Не, а это уж, не. Вот а такой. Вы, конечно, ну, что, в салон приделаем, прибьем. Вот тряпка здесь у нас грязная. И вот здесь, смотрите, как он сделал. Тигра увидел, такого тигра в Икее, и приделал вот так вот. Да, Коста? Такую рамочку. У нас еще одна вон там стоит. Вон там наверху. Там уже протерли. Всю ту сторону протерли, нам это остается только. Так, давай, все, мы продолжаем. Время уже 3:30. И дальше у нас вот пол. Все, дети здесь игрались. Печеньки, конфеты, чипсы, все, да? Смеешься. Хулиганишь. Собери свою, этот самого, пижаму. Он оставляет ее здесь, чтобы у него теплая вечером была на этом, на батарее. Перчатки, которые я ловила сегодня малую. Ну, такая засранка, взяла и убежала в телят Костаса вечером. Она гуляла вот в этом мячике, который купили, я вам показывала, нет? Вчера показывала. Вот мама, сыпик, что ты ее... На. Вот так открывается, сюда садишь вот и... Она убежала от него. Так быстро убежала. Жих и убежала, да? Вот, и вот такой вот ее сюда вот так вот садишь, и она гуляет. Да. Костас, когда мы покупали клетку, он говорил, давай купим. А тогда вот этот самый, у него все было... Сколько у тебя было? 25 евро, да? Тебе не хватило, да? А вчера вы с папочкой купили, да?
Молодцы И какие. ну, посыпали эту боулинг. Кита. Давай, все, надо, всю пыль, все. Вы что, пришли твои детки, играть будете. Так, вот. Вон эту рамочку надо фотографировать. Фотографию. А? Трой. Там трой. Кушает. Ай, кушает, да, смотрите. Нет, не знаю, видно вам, нет. Он кушает, застрянка такая. Застрянка, Настя кушает, держит там что-то в ручках. Не знаю, как-то не видно вам будет. Не видно как-то. Клетка, камера фокусирует клетку, не фокусирует ее. Трой, 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 кафедрики, трой. Сига, сига, кратась, тахираки, ты ж киты крой. Муграпшины надошишь, он мабася. Энос, энос, энос. Бася. 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 На. Или чижик, пыжик. Чижик, пыжик. Вот. Вася заклятывает, Волконер. Ладно, увидимся.